Здесь прислоним. Что, побелка? Может, это просто фанаты тебя так рады видеть? Не знаю. Я не знаю, что мне говорить, потому что какой смысл? Какой смысл? Все равно просмотры уже сразу же выросли. Да, статистика поперла, потому что с вами Николай Соболев. Всем привет. Артем Нечаев. Да, привет. Да. Я решил тебя немножко проверить. Вопрос будет немножко странный, двусмысленный. Пойми меня правильно. Как ты разбираешься в заднице? Много раз попадал в задницу. В прямом смысле? Это же организм. Допустим, же организм. Я буду тебе показывать сейчас фотки задниц блогеров. А ты голый искал? Ты и парней, и женщин? Да. То есть это фактически такой тест на пидора. Я бы так не говорил. Я тебе даже не буду давать варианты, я уверен в тебе. Да, конечно. Я сегодня только жопу пересмотрел тут. Всех блогеров. Для чего существует ветвест еще? Конечно, смотреть на жопы. Итак, начнем с такой задницы. Это штаны и майка, а не задницы. Кто хоть в таких штанах такой? Ну принюхайся, я не знаю, как это. Приятный Эльдар? То есть приятно пахнет, да? И что это? Мэдисон, блядь. Ты не узнал королевскую задницу. Да. Твоя задница какова? Императорская? Как тебе удобнее? Итак, дальше. Пацаны, студийная фотосессия. Это Марьяна Ро? Ну, округленькая, да, такая? Ну, не Марьяна Ро, как бы. Не, она оттопырилась чуть, может, там фотошопчик, я не знаю. Но мне кажется, это она. Ну, по руке, видишь, то есть, как бы, ну, блядь, фиг знает. Ну, скорее всего. Это блин, Катя. Не ожидал, да, что у нее? Просто мне казалось, что у Марьяны была фотосессия на таком фоне. Ты нечестный, ты должен жопу угадывать, а не угадай фон, это не тот тест. У Кати Клэп, Ким Кардашьян, это кумир, да. Ну, поэтому можно было подумать. Мне кажется, это человек, который может ситуацию в любой стране оценить по жопам. Здесь самая, вообще, мне кажется, суперсложность. Я тебе подскажу, вот жопа идет. Блять, я даже предположить не могу. Ну, по штанам кто такие носит? Блин, это точно мужик. Но если бы это была девушка, то была бы фотка нормальная. Девушки все время фоткают свою жопендру. То есть ты можешь 100% сказать, что ты видел жопендры любой и блогерши. Ну, я не акцентировал на них внимание, что самое важное. Полина, если ты смотришь этот выпуск, все, что здесь обсуждается, абсолютно неправда. Ну, что за пацан? Я без понятия, просто Джарахов. Лиска, блядь. Ёб твою мать, что, у нее нет лучшей фотки жопы? Я не нашел. Давай дальше. Давай жопный мастер. Это я? Нет? В джинсах, похоже, хожу, и полу у меня такая есть. Бля, хватит жульничать. Бро, я без понятия. Да какая жопа, тут не видно жопа, тут плоская плоскость. А, просто... плоская плоскость, значит, 100% ты. Кто это? Расскажи мне. Ну, ты почти угадал. Навальный? Он же был... Когда ты последний раз видел доширак? Я первый раз попробовал его, наверное, полгода назад. Я из сказочно богатой семьи. Мистер Уайтбургер, золотой ребенок. Как так получилось, что вы практически один, я не знаю, период бургерных открытий с Ларином открыли? Ну это у него надо спросить, он сбайтил мою идею, открыл свой. Твоя была идея или бургерная какая-то обратилась? Да не, бургерная обратилась. Ну это мои друзья, короче. Пока ты... Хуёво отгадал, прям скажу. Очень, да. Что-то есть у меня ощущение, что многие зрители угадывают попки блогеров лучше, чем сам Николай Соболев. Если это так, значит у тебя талант и ты просто обязан использовать свои суперспособности на сайте 1xbet. Там гораздо больше возможностей продемонстрировать свой скилл, а самое главное – заработать деньжище. 1xbet – надежный букмекер с отличными коэффициентами и огромным выбором спортивных дисциплин. Ссылка на сайт внизу в описании. Жопа! Бля, бро, это просто нереально. Это Стас Давыдов? Опять по фону его смотрит. Блять, не знаю. Что-то Руслан Усачев. А, кстати, Руслан Усачев жопастый же, да? Возможно. Я на полезную бритву хожу. Блять, я просто реально один раз в жизни эту майку одел, прикинь. Родную жопу не узнал, ну как же так? Очень редко так задираю майку, ну то есть как бы... Видимо, ты перед зеркалом смотришь в основном на себя, а не на жопу. Не, честно говоря, только когда занимался спортом, раскачивал все свои... А качал жопу, да, день? Да, ну не качал жопу, приседания. Я жрал там как ёбнутый просто по 8 раз в день. Вообще жопа была, в прямом смысле этого слова. Ты когда-нибудь за 10 минут столько раз жопу говорил? Нет, мне кажется, нет. Пишите в комментариях, сколько вы отгадали жоп. Потому что мне кажется, что это не хреновый эксперт, это фотки так себе. Понимаете? Вычислим короля жоп. У нас есть король Ютуба Мэдисон, император хайпа Николай, который почему-то проиграл в премии хайпа. Я думаю, что это все блат. Блэт. Это все блэт. Не знаю, насколько мой канал поможет твоему, но ссылку в описании я оставлю. Да, подписывайтесь и на РКМКФО тоже, инстаграмчик вот здесь будет. Вот здесь он поставит мой ВКонтакте. О, как много ссылок! Вот что здесь ты будет мой АСКФМ. А вот здесь моя девушка появится, ее инстаграм. Вот тут вот он будет летать, вот так вот. Мой канал завоевает. Спасибо огромное. Не за что. Было супер.